На этом у меня все. Передаю слово коллеге из Костанайа. Нина, а как у вас проходили выборы сельских акимов? Спасибо, Лейла. Жители Костанайской области тоже были активными на прошедших выборах. Явка избирателей составила по региону 84,4%. Всего на пост акима претендовали 147 кандидатов, из них 59 от политических партий и 88 самовыдвиженцев. Из всех избранных кандидатов 8 избрано женщин, то есть стали акимами. И как, например, разобраться по специальностям избранных акимов, то основу их составляет это у нас преподаватели, экономисты, юристы, сельхозработники и даже инженеры и прочие. Значит, средний возраст избранных кандидатов у нас составил 47,4 лет. При этом самому молодому у нас 28 лет, а самому взрослому 62 года. Выборы проводились по 65 избирательным округам, это 168 населенных пунктов. Нарушений не было выявлено.